спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В пятницу в Самарской области будет пасмурно и малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 1, плюс 2, ночью 2-4 градуса ниже 0. Ветер северный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, в дневное время плюс 2, ночью 4 градуса ниже 0. Ветер северный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 2, ночью минус 3 градуса, северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь, днем плюс 2 градуса, ночью минус 3, ветер северо-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.